А теперь я хочу пригласить на сцену дуэт, который уже в прошлом году очаровал нас. Замечательный дуэт из города Тулы. Ольга Соловьева и Максим Денисов. Булат Акуджава. Музыкант. Музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел. Я не то чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежду. Остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Почему благословению я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь не долог, пальцы злы, смычок, костер. Соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена. Справедливее, милосерднее и праведней она. Справедливее, милосерднее и праведней. Спасибо. Спасибо. Так случилось, что получилось познакомиться со стихотворением Наби Хазри в переводе Анатолия Передреева. И вот получилась такая музыкальная зарисовка. Называется это стихотворение «Баку до 90-го года», если ты Баку не видел. Ну, автор музыки, я не знаю, громко сказано, но вот такая у меня получилась музыкальная зарисовка. Синего Хазара, если ты его не видел, я сказать тебе могу, что же видел ты на свете, о, не видевший Баку. Если ты еще не видел, как весна его венчает, как над морем наши вышки солнце первыми встречают. Если ты под нашим небом не стоял на берегу, что же видел ты на свете, о, не видевший Баку? Город наш в объятиях моря, город песня и предание. Если хочешь видеть чудо, приезжай с ним на свидание. Сам воскликнешь поневоле,
это чудо сберегу. Что же видим ты на свете, о, не видевший Баку? Чудесный город ваш, чудесный. Вы прекрасны. Спасибо. Спасибо.